Итак, дорогие друзья, всем привет, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы начали делать части для ультраболов. Вот как вы заметили, этих у нас уже 50 и этих 38. То бишь, я думаю, в этом эпизоде мы уже себе сделаем кучу новых, как бы, ультраболов. И можно будет идти дальше искать покемонов, да. Так. У нас пока что еще жарится булыжник, в смысле переплавляется булыжник в камень. Чтобы сделать кнопки. Так, давайте, тут еще парочку частей осталось. И да, уже алмазный молоток у нас почти что поломался. А новый я не знаю, буду ли я его делать, так как... Он дорогой, за 5 алмазов я могу купить себе мастербол. Так. Сейчас. Сколько там у нас? 49 штук. Ну, тут еще не хватает парочку. Давайте подождем. Так. Ну, пока ты там плавишься, я слетаю быстренько домой. Только посмотрю, есть ли у меня тот диск, который я хочу взять. Дисков у меня тут много. А ну, может, это на Мью можно изучить? Я не знаю вообще, я не знаю, как вообще эти все скиллы там распределять, диски. Ice Beam, 95, ну как-то глупо Ice ставить на Мью, так что... А я сейчас еще даже не могу это выключить, я не хочу изучать это на Мью. Ну хотя, если так смотреть, то... Вот этот удар вообще ничего не наносит, так что пусть будет, пусть будет. И так, можно сказать, диски валяются, мы их даже не используем. Так что пусть будет. Так, ну, первый скилл, который мы изучили с помощью диска на Мью. Что тут у нас еще есть? Thunderbolt. Это вроде на Пикачу можно, что-то такое. Energy Ball. Double Team, Venus Shock, Shadow Ball. Shadow Ball это... Давайте сейчас мы Генгара возьмем. Попытаемся на него изучить. Да, можно. Гипноз. Гипноз нам нужен. Shadow Ball. А, у нас уже есть Shadow Ball. Нахрена я еще один изучаю? А, не знал. Ну, в принципе, пофиг, какая разница. Пусть будет. Так. Давайте возьмем вот так. И, ну, в принципе, пока там... Ну, в принципе, там уже пережарилось. Ну, можно сюда только сбегать, посмотреть. Может, какие-нибудь тут есть новые покемоны, которые заспавнились. Ты кто? А, ну, в принципе, в смысле, хотел... посмотреть, какой он уровень. Чё, нет никаких покемонов? Вообще никто не заспавнился. Ботинки у нас вроде не очень так быстро расходуются, даже очень медленно, я бы сказал. Ну, это классно. О, так, никого, никаких почти что покемонов. В принципе, это вот там Пиджиот, то еще какой-то, но... На них даже прокачаться не получится. А вот на этом, я думаю, он более такой 30-40 уровень. 34-й, нормально. На тебе можно прокачаться. Хотя бы более-менее. Да. А Коффинг тоже как эволюционирует? С помощью уровня, да? Я не знаю, честно. Но я думаю, что да, он с помощью уровня эволюционирует. Волтор по 11.
Никого, вульпиксы одни, в принципе, вульпиксы у нас тоже есть. Уже даже как бы прокачанная стадия, то бишь, не помню как называется, но есть. Гасли, гасли, три гасли, четыре гасли. Да. О, да. Кто тут еще? Еще гасли. Хантер. Еще гасли. Да. Одни гасли. О, Праймейп. Так. Сейчас давайте телепортнемся домой. В наш второй дом. Заберем. А чё, печка не жарит тогда, когда ты не возле нее, а только когда возле нее она жарит? Я забрал пережаренные, ну, переплавленные булыжники, было 47. Вот, я пошел там в первый дом, побегал возле него, пришел и только один булыжник переделался в камень. Пережарился, переплавился, да. Да. Ладно. Давайте сейчас, ну, в принципе, да, делаем. 49, нет. Ай. Вот так. 49 ультраболов. Вообще большое пополнение ультраболов, можно сказать. Ну, в принципе, это... А чё еще один тут валяется? Я не заметил. Это отлично, отлично, отлично. Так как мы можем еще сейчас один ультрабол сделать, и будет ровное количество 50. Я не заметил. А я еще вот что вспомнил. Вы помните, дорогие друзья, я вроде в одной серии где-то на горных биомах находил, на самой вершинке горной биомы валялось 40 или 62 хилки. Как на горных биомах может валяться хилки? Тем более, откуда они взялись, и тем более в каких количествах? Я спрашивал, откуда вообще они взялись, и кто-то там написал, что они взялись с какого-то там очень-очень легендарного покемона, не помню, как он называется, какой-то он как-то умер, и кто-то написал, ну, в смысле, что с него выпали эти хилки в таких количествах. Ну, я, в принципе, не знаю, дорогие друзья, может, действительно с него выпали, может, это действительно был какой-то легендарный покемон, просто я не вижу других смыслов, как это можно сказать, откуда на горной биоме, когда я пришел туда, я видел там хилки, поднял, их там было почти что один стак. Откуда они вообще появились? Я не могу это вообще понять. Так что, не знаю. До сих пор не понимаю, как. Да чё ты... Так, теперь я всегда буду смотреть по сторонам, вот когда эта картинка боя, так как я уже говорил, что вот, когда мы рыбачили на пристани, то я вытащил, ну, покемона, и когда у нас был с ним бой, то сзади спины, вот там, вдали, у меня как бы за спиной там заспавнился Мью, и как бы я его не заметил. Но когда ты играешь, ну, я не знаю, ну, я его просто сразу не заметил, что там вот так вокруг персонажа вот крутилась вот эта камера, и там вот вдали, там, в джунглях у меня за спиной заспавнился Мью. Он просто так, вот так я стоял, у меня вот там за спиной где-то заспавнился Мью, ну, не в этой части, а в нашем третьем доме, и вот заспавнился Мью, и вот там он где-то летал. А я даже его не увидел. Я потом даже вот так развернулся, но смотрел куда-то в другую сторону, а там у нас сбоку Мью летал. Я такой себе стою, вот, говорю о чем-то, а там у меня почти что за спиной Мью летает. Так что я сейчас попытаюсь всегда смотреть более-менее так по сторонам. И может действительно, может еще какой-то покемон заспавнится, и так что нужно более-менее таким внимательным быть. Ну, в смысле, не то, что внимательно, а просто, ну, можно и так сказать, да. Нужно как бы
смотреть более так по сторонам, может действительно какой-то вот, может у меня там где-то, ну в смысле не сейчас, может говорю, что нужно смотреть по сторонам, может действительно еще какой-то покемон там заспавнится, ты будешь смотреть вот туда в стороны, нету ли там каких-то покемонов, и действительно может заспавниться там какой-то покемон, да, так. Вот так просто смотреть, быть более внимательным, вот. Вот так. И может действительно где-то заспавнится какой-то редкий, может быть даже легендарный покемон. Да. Так что сейчас давайте вот так. И мы прокачали нашего Коффинга. В кого мы его прокачали? Я забыл следующую его эволюцию, честное слово. Коффинг. Как ты называешься? Визинг, вот, точно. Это что там у нас такое? Это у нас просто закат, да, светилось. Мне показалось какое-то пламя или что-то такое. Я уже подумал, кто там, что за покемон. Да, еды у нас уже кончается, что-то еда у нас капутка кончается. Фарфетч, иди нафиг, не нападай на меня, ты не очень большой уровень. Так, кьюбоны там в пустынях. Так, тут никого. 38 уровень, нифига себе. О, Праймейп. 44-й, нормально, конечно же, нормально. Можно его убить и, в принципе, неплохо так прокачаться на нем. Вот, с одного Праймейпа достаточно такое большое количество опыта выпало. Манки нет, ты нам не нужен. Ты не очень большой уровень. О, через ад уже 60 уровень, отлично. Ты уже растешь, малыш. Милтанг. Манки тоже нам не нужен. Вот что я еще хотел попробовать. Вот это. Можно ли... удочку? Но только... нет, нельзя. Я думал, если с обычного покебола сделать удочку, то с ультрабола она будет получше. Ну, так. Давайте поспим. Ну, так, отлично, поспали. Ну, в принципе, что, дорогие друзья, давайте... давайте, я думаю, продолжим, наверное, вот отсюда, как мы остановились в прошлых эпизодах, я уже не помню когда, ну... да... опять. Это месть упал. Давайте мы Визинга положим в компьютер. Он уже прокачанный. И Дуктрио тоже прокачанный. Прокачанный. Так, прокачали мы покемонов. Давайте сейчас мы возьмем... Вулпикс. Я что, еще одного словил? У нас же был... у нас же есть вроде его прокачанная эволюция. Ну не гони, ну я не знаю, на сколько процентов я уверен, что у нас его есть эволюция. Нету? Как нету? Я же... я не знаю, насколько я уверен, что... ну не знаю, но я помню, что мы его прокачивали. Сейчас я внимательно пересмотрю, нету ли у нас его действительно... как нету? Я же помню, я его прокачивал. Вульпикса. Да ну нафиг. Нету. А, офигеть.
А, ладно, тогда мы сейчас его прокачаем. У нас же вроде есть камень в первом нашем доме. Офигеть. Я думал, у нас Вульпикс уже давным-давно прокачанный. Давайте возьмем камень. Он у нас как раз есть. Это что там за покемон? А. Арбокель. Эконс. Давайте мы прокачаем Вульпикса, конечно же. Офигеть. Ну, в принципе, у нас есть лишний камень, так что прокачаем. Да я же помню, я его вроде прокачивал, и не знаю. Ух ты, и кем ты будешь? Ну да, 5 хвостов у тебя или кто там? Ууу, нифига себе ты большой! Nine Tails. Ну, красивый покемон, согласитесь, красивый. Хвостов у него дофига, ну, в принципе, он и красивый. Да, вот сейчас уже можно его положить в компьютер, так как вот сейчас он прокачанный. И давайте возьмем вот этого. И... И вот этого. Так. Сейчас, в принципе, можно идти вот сюда посмотреть. Может, кто-то и заспавнился еще. Так. Идем. Кто-то есть. Ау. Нет, это... А, я уже подумал, это Пиджиота Шайни. Тоже такой цвет какой-то вдали странный. Это, ну, в принципе, это покемон-босс. Офигеть, синий. А ну, посмотрим, может он сильный или нет. Я не знаю, мы находили 70 уровень. Ну, в принципе, сейчас посмотрим, насколько он сильный и с какой с него дроп. С одного удара. Ух ты, с двух. Он даже сильный такой ударил нашего так Чаризарда. Ух, сколько уровней. Нифига себе. Так, ну, в принципе, какая-то Potion и два диска. О, и Беллспроут эволюционирует. Нифига себе, Беллспроут, 25 уровень. Сколько уровней дали за одного покемона-босса синего? Чтоб Беллспроут уже эволюционирует. Ну, в принципе, да. Как я понял. Випинбелл. Ну, прикольный покемон, действительно прикольный. Мне он нравится. давайте сейчас. Так. Смотрим, ищем, еще сейчас пробежимся, может еще кто-то будет. Кто-то есть? Кто-то есть? Ну да, Манки, я тебя, конечно же, слышу. Да нет, в принципе, я больше никого не вижу. Нет, ну вижу покемонов, но небольших таких уровней. Хантер. Ну, Хантер, а ну, удиви, какой ты уровень? 39. Ой, да, ну так и знал, что ты сейчас нападешь. Так. Ну, Беллспроутом мы как-то... еще Чикарита. Мне показалось, это еще один покемон-босс. Чикарита. Ну, Беллспроутом мы...
можно сказать, быстро эволюционировали. Он уже у нас випинг был. И сейчас, в принципе, я пойду его сразу же поставлю в компьютер, так как я вроде знаю, у него больше эволюции нету. Не знаю. Ну, мне кажется, что так. Давайте сейчас. Так, это что у нас тут такое? Милтанк. Давайте. Мы положим нашего Випинбелла в компьютер. Вот так, и возьмем Магнемайта, да. И, дорогие друзья, давайте на этом закончим, в принципе. Давайте на этом закончим вот тут. Продолжим в следующем эпизоде. И, дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.